Друзья Шоу Веры, благословит Господь ваш дом, вашу семью во имя Иисуса. Я Давид Суарес, работаю в команде Веры доктора Р.Р. Суареса, который через некоторое время появится с очень важной проповедью для вас. Для всех, кто очень часто не знает, что делать. Когда приходит ситуация в вашей жизни, когда вы оглядываетесь и говорите, что делать, я остаюсь или отступаю? Очень часто так случается. Библия говорит, что Господь не подвержен сомнениям. Так что если сомнения возникают, то они не приходят от Бога. Поэтому в Господе Боге мы должны искать выход из этой проблемы, из этой ситуации и разрешить эту проблему, побороть эти сомнения. После мы познакомимся с историей Сержио, человека, у которого случилось важное событие в жизни, он встретился с Господом. Почему эта встреча была важна в жизни Сержио? Он стал попадать в зависимости. Сначала он стал курить, потом выпивать, потом началась депрессия. Все дошло до того, что жизнь Сержио стала абсолютно разрушена, абсолютно разорена. Видя его в таком состоянии, жена собралась и начала действовать. «Я помогу моему мужу освободиться». Она вняла Слову Божьему и начала бороться за Сержио. Несмотря на зависимости мужа, несмотря на низкий уровень жизни, она стала молиться и спасать его. И сегодня они нам расскажут свою историю. Скоро мы увидим, что Господь сделал в его жизни. После я бы хотел пригласить вас, нас всех, помолиться за людей, которые сильно болеют, людей, которым необходимо исцелиться от болезни. От болезней, о которых говорят, нет исцеления. Но Иисус сказал, то, что не под силу для человека, под силу Господу. Давайте поверим в это сегодня. Людей, которым необходимо освобождение. Кажется, что что-то преследует их. Если вы знаете кого-то, кто стал жертвой преследования, страха, фобии, в любой форме, давайте помолимся за этого человека, и Господь благословит. После молитвы вернемся в нашу студию, чтобы поговорить еще. Давайте посмотрим шоу «Веры», и вскоре я вернусь. Давайте посвятим Иисусу прекрасные аплодисменты. Друзья мои, мы с вами живем в присутствии Бога. Я передал вам серию посланий в отношении Псалма 17, стих 3. Есть стихи 1, 2, 3, 4, 5. И я остановлюсь на этом псалме сегодня, но прежде чем я перейду к псалму 17, я хотел бы поговорить с теми, кто чувствует иногда, что благословение не для него. Некто распространил мнение, что одни предназначены быть победителями, а другие побежденными. Это неправда, это не библейское. Что не все призваны, чтобы служить Богу. Тогда человек, что живет неправедно, человек, что живет в страданиях, соглашается. Раз уж он меня не призвал, что я могу поделать? Ничего, это неправда. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16, который почти каждый человек, знающий Библию, помнит наизусть, написано следующим образом. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы обратили свое внимание на слово «всякий»? Сверните на землю любое из тех учений, что выбирает, кто будет благословлен, а кто нет, будет спасен или нет. Это не Бог предназначил одним победу, а другим поражение. Наоборот, единственный критерий, будет ли человек благословлен, это верит он или нет, в Евангелие и в Иисуса. Итак, если вас обманывали, если говорили, что вы не имеете права, что вы не человек, призванный Богом, чтобы быть успешным, чтобы быть счастливым, быть исцеленным, благословленным, чтобы идти на небо, это обман. Я верю в Иисуса, и Бог не оставит меня, дабы всякий верующий в Него при этом условии не погиб, но имел жизнь вечную. Веруя в Иисуса, вы обеспечите себе благословение. Именно это вам предлагаю сделать сегодня, так как сегодня Бог благословит вас. Бог привел нас сюда, чтобы сделать нечто значимое в нашей жизни, и я уверен, что Он сделает. Псалом 17. На последнем служении, посвященном этой теме, я говорил о 5 стихе. «И мы увидели следующее. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои».
Когда Бог открывает вам слово, Он открывает вам путь. Но вы не должны идти по этому пути без указаний Бога. Давид сказал: «Просите Бога утвердить ваши шаги на пути». Он говорит другими словами, так как если Бог нас утвердит на пути, что Он открыл нам, мы будем иметь успех 100%. Мы придем туда, куда хочет Бог. И для чего мы должны быть утверждены на этом пути? Чтобы наши шаги, чтобы наши стопы, чтобы наши намерения не сбивались, не колебались. Это слово, которое мы уже видели, мы изучали его на последнем служении. А теперь в стихе 6 сказано так: «К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня. Боже, преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои». Другими словами, Бог говорит с каждым из вас: можете меня призывать, так как я хочу услышать вас. Можете открыть сердце и взывать ко мне, так как я не хочу никоим образом поворачиваться спиной никому из вас. Не буду делать этого. Я хочу слышать ваш призыв. Когда Давид сказал: «К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня», он дал указание, так как благословение для всех. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, включая меня, включая вас и любого человека, вы стеснены, вы нуждаетесь, вы в тоске, в страданиях. Похоже, что нет конца вашим страданиям. Мой дорогой друг, моя дорогая подруга, призовите Господа Бога, так как Он вас услышит. Он хочет уделить вам внимание. Он хочет действовать в вашей жизни. То, что Он услышит, означает решение ваших проблем. Но, доктор Суарес, у меня пока не получается. Я призываю Бога, но у меня не получается. Он сказал, что в день, когда вы призовете Его со всей своей верой, призовете от всего своего сердца, Он вам ответит. Можете записать: когда вы призовете Бога от всей своей души, тогда Господь Бог ответит вам. Давид сказал: «К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже». И он говорит: «Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои». Великая правда в следующем. С того момента, когда затронуло ваше сердце слово из Евангелия, Евангелие – это не религия, это благая весть, в час, когда Святой Дух прошел, он уже зародил в вас желание получить ответ от Бога. Это и говорит Бог, что Он хочет услышать вас, можете призывать. И если теперь вы поверите в то, что Он говорит в дальнейшем, царь Давид написал так: «Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои». Вы можете сказать: «Ухо Бога наклонено ко мне, чтобы услышать мое слово, чтобы услышать мою молитву». Какой бы слабой ни была вера в вашем сердце, каким бы далеким ни казалось благословение, достаточно сделать это – призвать от всего своего сердца. Вы должны призвать Бога от всей своей души, изо всех своих сил, и Бог скажет: «Я здесь, чтобы благословить тебя». Итак, вы можете быть уверены, что ухо Бога не отвернуто от вас. В час, когда вы поняли слово, увидели послание, получили то самое озарение, ухо Бога уже готово, чтобы услышать вашу молитву. В час, когда необходимо, может быть сейчас, как и любой другой человек, откуда бы он ни был, который искал Бога и получил ответ, вы получите ответ. Та женщина, у которой было кровотечение, она ничего не знала о Евангелии, она страдала 12 лет, но когда она услышала об Иисусе, кто-то ей рассказал, Святой Дух коснулся ее сердца. Стоит тебе лишь коснуться края одежды Иисуса, краешка, ты будешь исцелена. Вопреки несчастью быть неизлечимой людьми, ей было необходимо сделать одну простую вещь. Манера Бога действовать не изменилась. И сегодня Бог делает то же самое. Ваше чудо может быть очень большим с точки зрения человека. Бог не просит, чтобы вы делали нечто великое, но чтобы вы сделали нечто простое. Ухо Бога преклонено, чтобы услышать вашу молитву. Она приняла это для себя. Было трудно прийти туда, где находился Иисус, да. В те времена не было ни радио, ни телевидения, ни телефона.
чтобы узнать, где находился Иисус. Не было ни автомобиля, ни велосипеда. В лучшем случае вы ехали на спине осла. Кто ездил на животных, знает, что нужно иметь терпение. Так зверь не бежит все время. До поры до времени он может даже бежать быстро, но потом он устает. И она пошла искать Иисуса. Нет, он же проходил здесь, куда пошел. Пошел туда, и она шла туда. Но сюда не пришел, она шла туда. И она шла по разным местам, пока не увидела столпотворение. Но она сказала себе: я должна подойти к нему. Зачем? Чтобы только коснуться края его одежды. Вещь, которую иудейская религия запрещала. Когда у женщины было кровотечение, она не могла касаться здорового человека. Человек был нечистым. Нечистым был человек. Она прожила 12 лет таким образом. 12 лет, когда, скорее всего, ни разу никого не коснулась, так как она была нечистой. Но она увидела Иисуса в этой толпе, и она хранила это Слово Божие. То видение, что она имела, то понимание, тот свет, что блеснул в ней. Ты должна коснуться. И если я таки просто коснусь, я исцелюсь. Вокруг Иисуса толпа. Все хотят подобраться к Иисусу, расталкивая других. Вы знаете, как передвигается лидер среди народа. Тем более лидер, который излучал силу и стрелял всех вокруг. Буквально все хотели коснуться его, но она не должна была касаться его. И так она подошла. И когда увидела одежды Иисуса, Бог послал ветер. Бог всегда посылает благой ветер. Они разбивались перед ней. Она сделала то, что намеревалась, и почувствовала, что исцелилась. Иисус остановился и спросил: кто прикоснулся ко мне? Никто не признавался, ни она, так как боялась осуждения. Кто прикоснулся ко мне? И ученики: ну, учитель, тебя окружает народ. Ты спрашиваешь, кто коснулся тебя? Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Это касание было особенным. Она подошла, призналась и была благословлена. Брат, но это подтверждает, что нет неизлечимых случаев, и чтобы ваш случай разрешился, вам не нужно применять огромных усилий. Я буду поститься 90 дней, вам не нужно поститься ни дня. Если вы слушаете Евангелие и верите, сила Бога вступает в действие. Но для чего же тогда пост? Пост, чтобы вы приблизились к Богу. Когда проходит освящение, тогда, когда плоть захватывает власть, это также для того, чтобы вам подготовиться для участия в духовной битве. Но для получения благословения вы должны верить. В час, когда она услышала слово и поверила, ей благословение уже было выделено. Когда она выполнила свою часть, Бог доставил благословение. И с вами то же самое. Что вы чувствуете, когда слышите Евангелие? Что вы считаете, Бог будет делать в вашей жизни? Именно это. Не просто подойти к Иисусу, ей было непросто, но она не отчаялась, подошла и коснулась. Итак, 6 стих из Псалма 17 гласит: «К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже». Взывайте, брат мой. Начните пытаться искать Бога, взывать Богу, призывать от сердца. В один момент вы увидите, что вам будет доставлено благословение, в котором вы нуждаетесь, так как Бог хочет вас слышать. Кто сказал обратное, солгал. «К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже». И он сказал: «Преклони ухо твое ко мне, услышь мои слова мои». Другими словами, можем говорить, так как ухо Бога преклонено, чтобы услышать. С какого момента? С момента, когда свет Евангелия блеснул в вашей жизни во имя Иисуса. Позвольте мне теперь помолиться за вас, Отец. Спасибо за это слово. Что пришло у Бога как откровение для тысяч людей? И взгляни, сколько молятся со мной, прося благости, прося благословения. И сегодня эти люди будут благословлены. Мой Бог, я призываю Тебя теперь от всего своего сердца. Я знаю, что Господь будет благословлять, будет исцелять, будет освобождать во имя Иисуса. Аминь. Посмотрите на меня. Я хочу помолиться специально за людей, у кого проблемы с ногами. Особенно от колена и ниже. Те, у кого подошва стопы, похоже, касается плиты. Доктор Суарес просто горит огнем. Вы не можете пошевелить лодыжкой, вы не можете согнуть колено. У кого здесь проблемы с ногами? Поднимитесь, я буду молиться за вас. У очень многих людей есть эта проблема. И вы теперь должны сделать лишь одно. То, что Бог уже сказал вашему сердцу. Час, когда мы молимся, ничего не обещайте Богу. Не пытайтесь купить Бога, вы этим его оскорбляете. Господь Бог ваш Отец, и Он дает благословение бесплатно. Когда я закончу молиться, не садитесь сразу. Подождите немного, так как Дух Божий придет и сотворит чудеса.
Когда это случится, не молчите, расскажите, чтобы дьявол был посрамлен и не украл ваше благословение. Склоните голову и закройте глаза. Отец, я предстал теперь перед тобой во имя Иисуса, чтобы благословить того человека, что молится со мной. У кого в жизни есть очень серьезная проблема? Отец, того человека, у которого проблема от поясницы до подошвы стоп. Отец, пошли сейчас свою силу и исцели этого человека. Исцели все зло, что есть в костях, в нервах, в мускулах, отец. Отец, что бы это ни было, у того человека, у кого этой ночью была судорога, там, в голени, похоже, что там камень внутри. Отец, исцели этого человека. Я воспользуюсь властью, которую Господь дал мне. Во имя Иисуса я парализую все деяния дьявола в этих людях. Я говорю тебе, дух немощи, боли, что расположился в ноге от поясницы до подошвы стоп, который сейчас в бедре, который сейчас в колене, в голени, спереди или сзади, в лодыжке, в подъеме стопы, на подошве стопы, в фасции стопы, где бы ты ни был сейчас, я приказываю во имя Иисуса. Забирай свое зло, демон, забирай свою боль, забирай свою болезнь и уходи во имя Иисуса. Вы скажите: спасибо, Иисус. Слава Богу. Теперь посмотрите на меня. Кто не мог согнуть колено, согните теперь колено во имя Иисуса. Можете согнуть, отведите ногу назад. И те, кто не мог пошевелить стопой, пошевелите теперь стопой. Позвольте Богу действовать, не садитесь пока, дайте Богу завершить работу, я испытываю сейчас вашу веру. Те, у кого боль в подъеме стопы, в подошве стопы, проверьте сейчас. Вот, доктор Суарес, мое зло теперь исчезло во имя Иисуса. У кого из вас зло исчезло? Поднимите руку вот так, во имя Иисуса. Этого, слава Богу. Слава Богу. У вас, сестра, что с вами было? Стопа снизу очень-очень болела. Теперь прошло? Прошла. Слава Богу. Мои ноги зудели и горели. Сейчас прошло, во теперь имя прошло. Иисуса. Износилось колено. И теперь как дела? Теперь? И вы раньше не могли делать это, нет? Нет. Сколько времени вы не могли этого делать? Я еще около 2 лет. Уже 2 года? Да. Аминь. 30 дней у меня боль в ноге и пятке. У меня артрит, но теперь все теперь прошло. Прошло. У меня была боль в коленях, и эту ночь я проснулась и не могла даже вытянуть ноги. Слава Богу, сейчас не чувствую ничего. Избавились. Больше. Доктор Суарес, боль в бедре, как правило, болит каждый теперь день. Теперь прошло. Прошла. Что с вами было, друг мой? Был несчастный случай. Я упал и не мог двигать ногой. Но после молитвы... Аминь, я слава исцелен. Богу. Я молился за человека, у которого этой ночью были судороги и была опухоль. Никто не сказал, что исцелился. Этот человек находится здесь или дома? Или вы забыли нам рассказать? Этот человек должен засвидетельствовать. Этой ночью была судорога, прошла опухоль. Есть одна рука там, сзади. Посмотрите, там это и она. Дважды на этой неделе я просыпалась от сильной боли. Я чувствовала, как сдавливали мои нервы. И я услышала Господа и сказала это слово для меня. И была также опухоль, нет? Я благодарила во имя Иисуса. Очень, и прошла. Очень прошла. О, Иисус, аплодисменты, Иисус. Слава Богу. Переходим к истории из реальной жизни. Без всякой причины я прогуливалась в окрестности и зашла в магазин, где Сержио работал. Там я собиралась купить матрас. Покупая матрас, мы познакомились и разговорились. Я увидела, что их жизнь была очень беспокойной. Он очень нервничал, пил, курил, знаете. И я попросила у Бога, я хочу человека для меня, но ни его нет. Да, я пил много в юности. И начал пить ради шутки. Но со временем я понял, что это серьезно зависеть от спиртного. Я начал пить на работе и шел в школу уже пьяный. Также я начал курить, и пил, смешивая один напиток с другими, сигареты,
всегда танцы, вечеринки, всю ночь. Все это негативно отражалось на мне. Дальше некуда было идти. Он часто менял место работы. Его всегда увольняли, выпивал во время работы. Ни начальник, ни владелец, никому не нравилось это. Так он продолжал менять место работы. Меня это очень расстраивало. Получил зарплату, и вместо того, чтобы помочь матери платить за квартиру, заплатил долг в баре, чтобы получить снова кредит. Я сказала: «Боже мой, что я буду делать? Мы расходимся, все прекращается, ухожу от него или мы женимся?» Но Господь меня заверил словом, что Он все изменит, что Бог все исправит. Все закончилось тем, что мы поженились в ноябре 2005 года. Я продолжал пить и курить, но она и пасторы помогали мне бороться, и я упорно с верой в Господа всегда стремился просить Бога избавить меня от этого проклятия. Это случилось, когда Бог коснулся моего сердца. Чтобы стать спонсором, Он был на святой вечере, быстро ушел отсюда в бар, он выскользнул как мыло. Я держала его за руку, и он быстро выскользнул и пошел в бар, чтобы выпить. Тогда я взяла бланк для заполнения, заполнила бланк, заплатила и сказала Богу: «Бог, я пожертвую первой, вторым пожертвует он, когда станет свободным». У меня была эта уверенность и спокойствие, которое Бог дал моему сердцу, что на самом деле будет так, как должно случиться. В воскресенье на Святой Вечере в марте он принял участие в Святой Вечере. После обеда он отдыхал, и я сказала: «Может, поедем к твоей маме?» И он сказал: «Нет, я не выйду из дома сегодня, потому что с сегодняшнего дня Бог освободит меня, и я брошу курить и пить». И я была очень рада этому, знаете, тихонько вышла из кухни, прославляя Бога. Это было даже забавно, что она сделала это за моей спиной. И я начал платить, когда она сказала: «Начиная с этого месяца ты будешь платить свою часть. Сначала это сделала я, теперь начнешь платить и ты». И я продолжал платить, слава Богу, уже благословенно. Я заплатила только один раз. Второй заплатил уже он, работая, и, слава Богу, продолжает работать. Сейчас он в отпуске, наслаждается отпуском, которого у него так давно не было. Я сильно преуспеваю на моей работе, потому что, как моя жена говорила, раньше меня всегда и везде увольняли. Это замечательно, мы вносим вклад в дело Господне. Вы знаете, где нет людей, чтобы молиться на Евангелие, туда приходит шоу веры со Словом Божьим, чтобы выслушать людей и освободить их. Это замечательно, идти с Христом, и у нас есть только повод, чтобы поблагодарить и прославить Его. О, слава Богу, как прекрасно! Перейдем к первому вопросу. Доктор Суарес, почему так тяжело поверить ближнего? Не так и трудно. Это лишь вопрос, надеяться или нет, и решение за каждым. Но Библия говорит следующее. Тут вы должны склониться перед Словом Бога. «Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает свою опорою». Итак, мы надеемся на людей, но в то же время всерьез надеяться можно лишь на Бога. Однако есть люди, которые не оставляют нам никакой надежды. Их нужно потрепать за уши не нам, а Богу, чтобы разбудить, так как все мы должны быть открыты со всеми людьми. Но когда вам нужно надеяться, надейтесь лишь на Бога, так как Он никогда вас не оставит и не обманет. Теперь давайте откроем сердце. Доктор Суарес, я евангелистка. Знаю Слово Божье и не могу пройти испытания. Я чувствую, что все идет не так, как должно. И результат всего этого – разочарование. Я не знаю, что делать, чтобы созреть в вере и расти духовно. Возникли большие трудности. Я не знаю, как действовать, доктор Суарес. Пожалуйста, помогите мне, что я должна делать? Уважаемый, вы хотите укрепиться в вере и быть взрослым, но Иисус сказал: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Все наоборот. Вы говорите, что знаете слово, букву, что убивает, потому вы ничего не добились. Вам нужно обратить внимание на то, что Бог говорит, как Он говорил с вами сегодня. Он хочет услышать вас голос. Совсем другое, когда вы молитесь с детской доверчивостью. «Нет, значит, я буду молиться, как Бог хочет меня услышать, и Бог мне ответит, и ответит, и услышит». Измените образ действия, и вы увидите, что Бог благословит. Давайте сейчас поднимемся, чтобы помолиться. Теперь склоните голову, закройте глаза. Отец,
Я пришел поблагодарить Тебя за то, что Господь уже использовал меня. Но я хочу больше, Отец. Я пришел просить за всех этих людей, что пришли сюда, чтобы произошло исцеление, осуществилось освобождение, чтобы эти люди были полностью свободны. Я объединю свою веру с их верой. Я сейчас сделаю это. Во имя Иисуса я разрушаю всю власть врага в вашей жизни. Власть болезни, власть тоски, депрессии, власть долгов, всего того, что недостойно. Я говорю, уйди во имя Иисуса. Хорошо, мы снова вернулись в студию. После молитвы вы увидели, как люди рассказывают, что Господь сделал. Вы увидели, что когда взываете Господу, вы можете ожидать от Него результатов. И это я хочу рассказать вам сегодня. Когда Бог говорит что-то человеку, Он не говорит ему надеяться. Бог говорит, я знаю, что именно так произойдет. Что Господь вложил в ваше сердце сегодня? Возможно, что вы смотрели нас впервые и сказали, помогите мне в молитве, мы всегда доступны для вас. Во-первых, вы можете оставить нам свой телефон, можете позвонить нам. Мы всегда в нашей студии готовы принять ваш звонок. Или же вы можете отправить нам имейл. Мы всегда готовы ответить. Наш офис открыт 24 часа в сутки, чтобы помогать вам. Господь призвал вас стать спонсором. Что это Давид Суарес? Это человек, который смотрит программу и чувствует себя счастливым, вдохновленным. Он говорит, Господь очень сильно помогает мне через эту программу. Бог говорит ему, помоги им выпускать эту программу. А он говорит, я не могу. Постойте. Думаете, что Господь вселяет это желание, чтобы человек страдал? Да ни за что. Библия говорит, что тот, кто сеет, он получает всходы. Что это? Господь откроет дверь для вас, чтобы наградить вас за то, что вы выполнили его волю. Если вы поверите в это, произойдет чудо. Договорились? Мы переходим к концу нашей программы. Крепко обнимаю вас и до скорого!